Здравствуйте, дорогие друзья! Центральная детская библиотека представляет час живописи «Долина пластилина». Сегодня вы познакомитесь с необычной техникой – пластилиновой живописью. Пластилиновая живопись – это великая свобода для проявления фантазии. Мазки пластилина могут внешне смотреться совершенно по-разному. Это могут быть точки, полосы, фигурные линии. Работать с пластилином не обязательно пальцами. Можно использовать вспомогательные инструменты – стеки, шприцы, палочки, зубочистки. Как и в случае с красками, с помощью пластилина можно творить аппетитные натюрморты, восхитительные пейзажи и портреты. Мы создадим иллюстрацию книги Андрея Усачева «Умная собачка Соня». Позитивная работа станет украшением для вашего дома. Для мастер-класса нам понадобится цветной картон, пластилин, карандаш, ластик, ножницы, линейка, салфетки, шприцы без игл, горячая вода, рамка для оформления работы. Возьмем картон, лучше белый, и вырежем прямоугольник со сторонами 15 на 20 см. Намечаем контуры рисунка. Для получения дополнительных оттенков смешиваем цвета пластилина. Например, нам понадобится голубой цвет. Берем синий и белый, тщательно разминаем до однородного голубого цвета. Начинаем заполнять рисунок. Легкими мазками синего и голубого создаем небо, фон рисунка, не забывая оставить место для радуги в левом верхнем углу. Постепенно спускаемся до границы с травой. С помощью белого и коричневого пластилина заполняем фигуру собачки. Смешивая эти два цвета, можно получить дополнительный оттенок – бежевый, для животика собачки. Не забываем сделать ошейник. Оформляем мордочку. Делаем глазки из черного и белого пластилина, улыбающуюся мордочку и красный язычок. Делаем радугу. Возьмем небольшие кусочки пластилина и шприцы без игл. Нам нужны красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый цвета. Наполняем шприцы пластилином. Опускаем их в стаканчик с горячей водой. Пластилин прогреется и можно будет легко выдавить аккуратные полоски для радуги. Затем делаем траву. Для этого берем пластилин разных оттенков зеленого. Если их нет, смешиваем зеленый с желтым, зеленый с синим. Так получаются разные оттенки. Создаем облачко из завитков белого пластилина. Для этого белый пластилин помещаем в шприц. Погружаем в горячую воду. Ждем немного, а затем выдавливаем полоски. Из них скручиваем завитки. Создаем песчаную дорожку из пластилина бежевого, коричневого и темно-коричневого цвета. Украшаем окружение собачки Сони. Создаем маленькие цветочки, стрекозу и пчелку. Оформляем работу. Неровные края работы закрываем паспарту из картона яркого цвета. Вставляем работу в рамку. Пластилин – это не только материал для скульптуры, но и для живописи. Фантазируйте, находите яркие ноты в своих идеях и создавайте шедевры. Мастер-класс провели Шиловская Татьяна, заведующая отделом библиотеки, и Шиловская Алена, волонтер Центральной детской библиотеки.